Ребята, всем привет! Меня зовут Роман, и вы смотрите канал Видео Лепка. И сегодня мы будем лепить очередного ютубера. Запросов на этого ютубера поступило от вас очень много. И это, как вы поняли уже по названию, будет Мирби. Для тех, кто не знает этот канал, ссылочку я оставлю в описании. Недавно мы лепили Боба со шрамом с канала «Знакомьтесь, Боб». Если вы вдруг пропустили это видео, можете посмотреть. А также не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Мирби я буду лепить вот по такой картинке. Фигурка несложная, так что думаю, справится каждый. Сначала слеплю туловище и руки. Для этого мне понадобится пластилин зеленого цвета. Для внутренней части фигурки буду использовать обычную алюминиевую фольгу. Из черного пластилина сделаю ноги. Для того, чтобы присоединить ноги, буду использовать мягкую алюминиевую проволоку. Из синего пластилина я слепил подставку для фигурки. Теперь слепим голову Мирби. We'll be right back.
Итак, ребята, вот такая вот фигурка Мирби у меня получилась. Напишите в комментариях, похоже получилось или нет. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, поддержите канал, а также не забывайте подписываться на наш канал, если вы еще не подписаны, для того, чтобы не пропустить новые выпуски. Далее будут приветики от моего котика Вилли, а также фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы присылаете к нам в группу ВКонтакте. Первыми пасхалки в предыдущем видео нашли StarGamer, Луиш Росари и Артем Плей. Ребята, передаю вам огромный привет. Также передаю приветики участникам нашей группы ВКонтакте. Это Тимофей Якушкин, Яна Политкова, Богдан Лозовой, Варя АКГ, Никита Васильев, Андрей Косач, Дмитрий Самойлик, Артем Зензин, Руслан Псануков, Ярослав Кольчугин, Михаил Фадеев, Александр Кочкин, Артур Каримов, Даня Высотин, Матвей Игнатьев, Данил Кривошеин, Виктория Трушина, Назар Волосенков, Егор Денисович, Лера Ким, Виктор Лисеев и Даниил Мишуков. Ребята, передаю вам также огромный привет. Спасибо вам за поддержку. На этом мы с вами прощаемся. Желаю всем отличного настроения. До скорой встречи.